Итак, ребята. Да, я все-таки продолжаю рубрику про Castle Crashers. Как вы видите, так, я не помню. Так, это такое. Тишит. О, кстати, пасхалка. Это меч. А, вот так убить, я уже забыл. Так долго не могу. СС. О, моя любимая. Если честно, я эту игру прошел, но я ее прошел. Я ее прошел год назад. Да. Вот такой вот. Иди сюда. На ночь. Монетки. Так, пошлите дальше. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. На. На. Да. Может, скоро я уже буду играть на джойстике. Да, я хочу себе купить джойстик. Так. Ясно, мне не дают заснять. Окей. Я сейчас. Итак, ребята, пар... О, вот здесь. О, окей. Сейчас первый засниму и пойду играть с Фоксом. Да, с Фоксом. Так, вот тут, вот, наверное, не выведут. Я просто... Давайте вот так. Чом. Давайте. Хоп. Давайте быстрее умирайте. Монетки. Так, бежим дальше. Я думаю, это все. Мы туда сейчас пойдем. Но нет. Хорош. Ну, вроде бы все хорошо. Пока что. Блин, я эту игру, если что, прошел, но я не помню некоторые моменты. Ну, вообще, я ее прошел год назад и вообще ничего не помню. Да, я вообще ничего не помню. Нет, не так. Ну, помню некоторые приемчики. У вас вообще, наверное, картинка вообще полная, потому что раз у меня мощная ПК. Раз я прикупил себе. Так. Ой-ой-ой-ой, быстрее на помощь бежим. Вот я ненавижу, когда они на лестнице стоят, я потому что там по ним не попадаю. Это я вот помню. Давай, мой дружище. Давай, идем их. Ой, ничего себе, он нам тут донатит. Пошли, дядя. А, монетки, монетки. Ничего себе, там золото. О, смотрите. Давайте купим. Блин, он лучше, чем наша. Оп. Почему? Но у меня... А, только на первом левеле, что ли, можно? Так-то обидно было. Так, окей. У меня тут, наверное, какой-то... Ну, давайте. Магию не хочу, качнем это. И я помню, что... И качнем ловкость. Вы не поймете, зачем я ловкость качну. Просто поймите, там нужна ловкость. Сейчас мы вот тут пройдем и думаю, что на этом можно закончить. А, вот это один типа, или что? А, нет, это третий левел, ничего тогда не пойму, почему он мне не продал. Я думал, я просто никогда не успевал, типа, мне так, монеток не упадывало, чтобы я смог купить сразу же. Так, оп. А, у меня этот меч есть, псы ты. Пошел, он тут его избивает, давайте. Есть, мы освободили нам напарника. Я вообще, мне кажется, да. Также, кто хочет со мной снять, у кого есть эта игрушка, можете со мной тоже пройти. Я просто я не против, у меня просто я ни с кем из друзей в нее не играл. Да. Такой. Хорошо. Я можем пройти в самый последний уровень на моем Steam аккаунте. Я помню, что я можно как-то их забаговать, и ты в полете будешь жить. Вот так вот как-то. Вот. Ну, это вроде бы...
это на больших уровнях я смогу делать. Пока что мне это еще как вроде бы. Во-во-во, да-да-да. Знаете. Давайте, давайте. Хорош. Себе голову. Ах, вот это лучник. Я помню, это вор. Я ненавижу вот этого. Вот этого вора. Видите, он все время стреляет луком. На, получи. Заберем монету вора, который он наворовал. Нет, не пульнешь меня. А. Ой, да. А, все, он сейчас заберем. Заберем монетку и убьем этого. Если я говорю. Я думаю, что меня плохо будет слышно. И поэтому я сделаю немножко потише звук. О. А, вот. Вот, музыка стала. И вот этого остался убить. Он сейчас меня, конечно же, будет только стрелять и стрелять. Потому что он больше ничего не умеет, кроме стрелять. Нет, монетка моя. И это тоже. Так. Это вода. Что ты делаешь? Ой. Я помню, это мы сейчас к какому-то боссу подойдем. Вот это я очень сильно помню, что сейчас скоро уже будет какой-то босс. Вот это да. Вот это я помню. Вот прям рядышком. Либо сейчас будет этот баран. Вы увидите. Либо сейчас будет этот вождь. Их нет. Хорош, четвертый. Аж. Да, помню, я вот так вот все время дрался. Я все время вот так вот нажимал. Я только вот так вот. Вот. Вот, да, баран. Сейчас давайте мы его забьем. И. О, хорошо. На больших уровнях, типа на моем, на котором, где я прошел, на нем вообще легко. Знаете, как я там сделал? Просто берешь и убиваешь. Ох, ноу. Ну, смотрите, сейчас подходим. Ой, подходим. И все, бьем. А, на этих не обращаем внимания, просто смотрите. Ну, когда они начинают просто. Вот, все, когда он вот здесь вот. Давайте. Босс не такой уж сложный. Да вот меня откинул. Ой-ой-ой, сейчас бомба нет. Ой-ой-ой-ой. Отходи. Фух. Сейчас давайте. О-о-о. Ой. Где я? О! Нет. Ах, окей. Пофиг, мне надо его задолбить. Давайте. Есть. Он умер. Смотрите, он умер. Ура. Все, я думаю, что на этом можно заканчивать. Всем до свидания. Ой. Давайте вот этих вот задолбим, потому что они нам сейчас будут мешаться. И все. Игрушка очень прикольная, хоть она и старая, но мне она очень сильно понравилась. Она, если что, у меня лицензия. Не пиратка. Она вроде бы сколько? 200 рублей, вроде бы 271 стоит в стиме. Есть, все. Давайте вот здесь мы закончим. Всем до свидания, всем пока. С вами был Стафи. И всем пока-пока.